Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, а перед нами Google Pixel 6 Pro, и сейчас мы посмотрим на дизайн этого телефона, покрутим его со всех сторон и посмотрим, как он выглядит. Экран здесь 6,7 дюйма, здесь довольно-таки хороший экран, в нем практически 500 пикселей, точнее, не практически, а даже больше 500 пикселей на дюйм. И соотношение сторон 19,5 к 9, довольно-таки стандартный. Здесь закругленный экран, и у меня на телефоне наклеено какое-то не самое удачное защитное стекло. Оно временное, поэтому выглядит оно довольно-таки странно у меня. Но вы сможете купить себе специальное защитное стекло под этот телефон, и проблем у вас никаких быть не должно. Смотрите, телефон выглядит примерно таким вот образом. Давайте я немножко отдалю картинку, чтобы вам было поприятнее видно. Смотрите, задняя панель выглядит примерно вот таким вот образом. Здесь тройная камера плюс вспышка, такая надпись Google, и здесь практически не видно, но написано, что телефон сделан в Китае, и то, что его нельзя выбрасывать в мусорку. Очень интересно здесь выглядит очень верхний переход. Смотрите, видите, такой вот беленький цвет, который переходит сюда, но здесь по бокам его нет. В принципе, прикольная задумка, мне нравится, как оно выглядит. В нижней панельке нашего экрана у нас находится два динамика, которые тоже выглядят очень необычно, смотрите. Точнее, здесь, я думаю, это, скорее всего, микрофон, а это динамик или наоборот. Плюс Type-C. Если вы посмотрите, к примеру, на моем Xiaomi, они выглядят вот таким вот образом. И примерно на всех телефонах они выглядят вот таким вот образом. На пикселе оно прям, ну, очень классно и по-модному выглядит. На левой панельке у нас есть слот под две нано-сим-карты. И, в принципе, все, здесь больше ничего нет. В верхней части у нас, в принципе, тоже ничего нет. По правой стороне у нас кнопки уменьшения и увеличения громкости, а также кнопка питания. Что очень необычно, здесь кнопка питания выше, чем кнопки громкости. Примерно это, точнее, обычно это привычно для пикселей, но все равно на всех других телефонах всегда кнопка питания снизу, и я очень часто из-за этого путаюсь. Из минусов то, что камера, ну, довольно-таки сильно выпирает, и, во-первых, сложно найти чехол, чтобы он защищал камеру, потому что, ну, или чехол будет очень большим, или телефон, чехол будет защищать весь телефон, кроме камеры. А во-вторых, ну, просто даже если вы чехлом не пользуетесь, довольно-таки неудобно, потому что, ну, телефон всегда как бы на высоте находится. Хорошо, что камера на весь экран, а не только, к примеру, здесь в уголку, потому что благодаря этому телефон даже, типа, вообще не шатается ни в коем образом. А обычно, если у телефона выпирает камера, то они сразу начинают шататься. В принципе, на этом все. По операционке здесь 12-й Android. В принципе, ничего необычного. Выглядит примерно вот таким вот образом. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вам интересен этот телефон, мы снимали много видео про него. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.